Всем привет! Меня зовут Анюта, и вы на канале Нюта Плей. И сегодня мы начнем собирать новую коллекцию с героями из фильма «Король Лев», а также «Тайная жизнь домашних животных 2». И еще мы отправимся в новую страну. Подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписан, и ставьте лайки, если любите самодельные сюрпризы. Ну а мы начинаем. Отберу 7 пакетиков с путешествием. Если вы помните, то красненькие мы открываем в конце. 3 пакетика «Король Лев» и 3 пакетика «Тайная жизнь домашних животных». А начнем мы с новой коллекции «Король Лев». Кто уже успел посмотреть новый фильм «Король Лев», напишите в комментариях, что вам понравилось больше, фильм или мультик. А на обложке нашего альбомчика нарисован папа Лев и малыш Симба. И написано «Король Лев». А внутри альбомчика вот такая красивая природа, на которую мы будем клеить наших героев. Давайте откроем первый пакетик. И нам попалась подружка Симбы Нала. И приклеим ее вот сюда, на этот камушек. И сразу же откроем второй пакетик. И здесь вот такой вот злой лев по имени Шрам. Вон как грозно смотрит. И приклеим его вот сюда. Ну и кто же в сегодняшнем последнем пакетике? Давайте посмотрим. И это Тимон. Вот какой смешной. Ну пусть пока здесь сидит, если что, потом переклею. Ждет своего друга Пумбу. И вот каких героев мы сегодня собрали. Шрама, Налу и Тимона. И приезжает коллекция с путешествиями. В прошлом видео мы собрали Мексику. Кто не смотрел это видео, обязательно посмотрите, ссылочка будет в описании. Ну а следующую нашу страну мы будем собирать вот на эти две странички. Вот все наши пакетики, которые мы сегодня откроем. Целых 7 пакетиков. И как только вы догадаетесь, что же это за страна, сразу пишите в комментариях. Все правильные комментарии обязательно попадут в следующее видео. И здесь у нас попался крабик. Крабика приклею сюда. Я, кстати, смотрела мультик про Барби, и там крабик на пляже воровал вещи людей. Так что будьте внимательны. И выбираем следующий пакетик. И что же или кто же там? И здесь вот такая маска. То ли она пытается напугать, или смеется. Непонятно. Как вы думаете? Пишите в комментариях. И эта маска, похоже, сделана из дерева. И здесь такие перышки. Но ночью я бы ее не хотела бы увидеть. И следующий пакетик нас ждет. И здесь у нас кокосовый коктейльчик. Я бы хотела бы его сейчас выпить. Хотя, может быть, этот коктейльчик выпьет крабик? Ну, уже понятно, что это какая-то жаркая страна. И давайте дальше открывать. И здесь у нас пальмовый листик. Приклею его вот сюда. Крабик, коктейль, маска, пальмовый листик. Пока непонятно, что это за страна. Но может быть кто-нибудь догадался по маске? Давайте дальше открывать. И здесь у нас повторка «Кокосовый коктейль». Но вот этот коктейль-то я точно выпью, раз он лишний. Сейчас возьмем вот этот пакетик.
И здесь вот такая вот птица, которая называется тукан. Она сидит на веточке где-то наверху. Смотрите, какой у нее клюв большой. И сейчас мы откроем последний пакетик на сегодня. И здесь у нас вот такое ожерелье из цветов. Давайте его сюда приклеим, и, возможно, кто-то уже догадался. Но у нас еще есть 7 пакетиков на следующее видео. Ну а если уже догадались, то пишите в комментариях, потому что я напоминаю, что все правильные комментарии попадут в следующее видео. Закрываем чемодан. Дикие животные из короля льва у нас уже были, а теперь пришло время домашних животных. В прошлом видео мы собрали 3 героев. Снежок, Норман и Гиджет. Кто же нам попадется сегодня? Давайте посмотрим. Откроем первый пакетик. И в нем у нас Дюк. Вот такая вот собака, хоть и большая, но очень добрая. И следующий пакетик откроем этот. И здесь у нас Макс. Посмотрите, какой миленький. Мне очень нравится Макс. Если честно, он серьезно прикольный, всегда такой веселый. И последний пакетик с героем из «Тайная жизнь домашних животных 2» на сегодня. И это Мел. Приклеим его в наш альбомчик. И вот каких героев мы сегодня нашли. У нас есть Снежок, Макс, Гиджет, Дюк, Норман и Мел. Остальных героев будем собирать в следующем видео. А пока нашему Максу уже есть с кем дружить. А коллекция с мини-домиками и коллекция с картой будет в следующем видео. Не забывайте ставить лайки, ведь чем больше лайков, тем больше новых видео. С вами была Анюта, всем пока! Король лев улетел.